Наглая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом. Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить умы беспокойных украинцев. В местных СМИ началась очередная информационная атака на Крымский мост. Якобы переправа не помогла увеличить количество туристов на полуострове. В сети обратили внимание на очередной украинский фейк и дали отпор провокаторам. Украинцы напомнили, что Крыму обещали увеличение туристического потока и снижение цен после открытия переправы через Керченский пролив. Однако Крымский мост почему-то не помог, пишет издание Репля.нет. По словам журналистов, в разгар курортного сезона на полуострове почти нет отдыхающих, хотя глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что в этом году в республике отдохнут около 7 миллионов человек. Июль — разгар сезона, а туристов все нет и нет, цитирует издание пользователя Twitter «Крымский проблеск». Россияне быстро разоблачили очередные байки жителей Незалежной. Украинцы утверждают, что в Крыму якобы мало туристов, не помог даже Крымский мост. А лично у меня есть несколько знакомых, кто поехал отдыхать на полуостров именно через переправу, отметил пользователь Twitter Константин Симонов. По словам комментатора, туристов на полуострове много, все довольны. Сидите молча и завидуйте, украинцы, посоветовал Симонов. С момента открытия автомобильной части Крымского моста по нему проехало более 5 миллионов автомобилей. Многие люди едут на полуостров с туристическими целями. Власти региона уверены, после запуска железной дороги турпоток продолжит расти. Сейчас строители находятся на финишной прямой. Поезды с пассажирами по Крымскому мосту планируется запустить в конце года. Продажи билетов начнутся за несколько месяцев, в сентябре. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Прооперированного Шатунова ждет новое испытание. Психанувшая Наташа Королева показала публике голый зад. Эвакуация и взрывы. Жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах. Понос и рвота. Шепелев шокировал откровением о сыне Приски. Шоссе перекрыли, есть пострадавшие. Подробности жуткого пожара в Мытищах. И многое другое.